Я вообще фотогеничный. На Ленина сейчас похож в этом Шушенском. Он там тоже в стоге прятался. В шалаше. В шалаше, да. Знаешь, анекдот про Ленина? Расскажи. В Польше. Ну, такой бородатый тоже. Выставка художников там про Ленина все. И, значит, картина такое, центральное полотно. Значит, экскурсии ведут. А вот это, значит, центральное полотно. Вот, вы видите, здесь, значит, изображен там разлив, шалаш. И картина называется «Ленин в Польше». Ну, шалаш вижу, разлив вижу. А где же Ленин? Ну, вам же написали. Ленин в Польше. Что-то Аня не слышал такой анекдот. Смеется. Она всегда на нем смеется. Несет котик. И тихонечко, молодец. Первый тебя убил. Ну, тебе так кажется. Не чудай, мух тебе.